В регионе стартовал второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники наркоконтроля совместно с другими ведомствами призывают жителей не оставаться равнодушными и сообщать о фактах незаконного хранения, сбыта и пропаганды запрещенных веществ по круглосуточному анонимному телефону. Его номер указан на экране. Напомню, мероприятие проходит в два этапа. Первый завершился в марте. По его итогам наркополицейскими было возбуждено 27 уголовных дел. Работает горячий телефон, горячая линия, телефон доверия, по которому можно, кроме того, что сообщить, то есть вот это основной вопрос, сообщить, где торгуют смертью, можно получить консультацию, как пройти реабилитацию, ресоциализацию.